привет. Такой огромный, сильный ветер. Я гуляю с Сонечкой недалеко от Бреста, это Британь. Такая у нас зима. Я в капюшоне. Вот Соня. Я в капюшоне, потому что сильный ветер. Я после душа, не хотела бы, чтобы меня продуло. Очень классные выходные мы провели. Смешная в капюшоне. Вау. Завтра утром уезжаю домой в Париж. Вот. Сегодня водили Соню, нашу собаку. Впервые в жизни, если честно, ходила и к собачьему парикмахеру, в салон. На нужном уровне французского, чтобы сделать свой запрос. И просила я, чтобы ее покупали, вычесали шерсть, подстригли когти, вымыли уши. Ну, в общем, полный комплекс, как и у нас это обычно делают. Ну, то, о чем я знаю. Я не учла один факт, что во Франции сервис, мягко говоря, не очень. Вот. Короче, вернули нам собаку, слегка помытую, пузо грязное, когти не пострижены, в общем, мои бегут. А я не договорила. Сидим в машине, мои продолжили прогулку. Мы с Соней замерзли, сказали, нет, это не для нас, это прогулка, пожалуйста. Вот, мы остались в машине, посидим, подождем. Я потом покажу вам прекрасный вид. Здесь очень красиво. Так вот. А я не договорила о сервисе во Франции. Вот. И вернули нам слегка помытую собаку. В общем, ничего не сделали. Шерсть не вычесали. Там, ну, может, ну, немножко. Она даже не пахла шампунем каким-то вот чистотой. Абсолютно. Я была в таком шоке. Значит, я спрашиваю Кристофа, говорю, а сколько это удовольствие стоит вообще, конечно. Я была недовольна. Вот. Если бы это было в другой стране, конечно, я бы пошла спорить и требовать что-то. Я считаю, что если ты оплачиваешь деньги, тем более немалые, за услугу, ты должен получить эту услугу. Тебе должны ее предоставить. А то, что мы просили, было выполнено максимум на процентов 10. Вот. Поэтому, конечно, это был, наверное, первый и точно последний раз. Я считаю, что за 65 евро, которые были уплачены, можно купить уход от Керастаса и покупать собаку таким дорогим профессиональным уходом. То есть для меня это был просто шок абсолютно. Не так сложно просто помыть, вычесать. Окей, когти, может быть, там есть какой-то страх, риск немножечко зацепить вот эти каналы, чтобы они не кровоточили там, да, ну, элементарные вещи, конечно. Это французский сервис, да. Вот, а что самое печальное, вот как бы для нас, для славян, потому что в Украине сервис на очень высоком уровне. На очень. Трефатиги. Очень устала. На очень высоком уровне, конечно, там бы такое не допустили. И стоило это бы, конечно, раза в три дешевле. Вот. Тут, если ты придешь что-то доказывать, ну, тебя только пошлют, и никто к тебе не прислушается. Вот. Да, ну, ничего, это тоже опыт, не стоило просто многого ожидать. Вот, в принципе, я считаю, что это кредо работает по жизни во всех сферах, особенно с людьми. Не нужно обманываться, не нужно ожидать чего-то хорошего изначально. Просто
в идеале не ожидать ничего, и тогда ты не будешь расстраиваться. Вот и все. Так что так. Я сейчас покажу вам прекрасный вид из окна. Очень красиво. Мы приехали в крепери, блинное латитюды. Девчонки хотят какой-то десерт, а мы возьмем крепы комплект и, наверное, сидр. Значит, специалитеты Британии — это блины из гречневой муки. Так, и также есть сладкие блины из белой муки, обычные, которые мы привыкли есть.
покажу, что мы закажем. Будет вкусно или нет. Это блинчик с яблоком и соленой карамелью. Это блинчик с шоколадом. Это комплект. Ветчина, эмменталь и яйцо. C'est bon? Mmh. Lena? C'est bon?